Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами сделаем две катушки. Вот эту катушечку и по краю, которая идет. То есть вот такую интересненькую, миниатюрную, я бы сказал. Она не толстая, из тонкой проволоки. И вот такую. Использовать мы будем проволоку 0,8 мм и проволоку 0,3 мм. Для того, чтобы делать вот такую спиральку, нам потребуется приспособление, такой небольшой станочек. На доске я закрепил две дрели, две ручных дрели. Одна вот с ручкой. Со второй дрели я снял ручку. Я закрепил на доске обе дрели. Расстояние между ними, между кончиками патронов, где-то примерно 80 сантиметров. С этой стороны я просто вставляю в патрон. А на другой стороне у меня закреплен крючочек такой. За него цепляю уже проволоку. Когда натягиваете проволоку, не закрепляете, вернее, не натягиваете ее сильно, иначе вот этот патрон он не будет крутиться. В данном случае я использовал проволоку вот эту основную 0,8 мм, а накручивал проволоку 0,3 мм. Практически на всю длину нужно будет накрутить. Закрепляем в патроне спицу. Я использовал вязальную спицу толщиной 1 мм. Ох, простите, надо измериться не 1 мм, по-моему, это, наверное, 1,5. 1 мм, да, это 2 даже, это 2 мм. А еще будем использовать спицу, да, 1,5. То есть это 2 сейчас используем, и потом у нас еще будет 1,5. Берем проволоку, которую мы уже накрутили. Вставляем ее в патрончик. И плотненько вот таким образом поджимаем. Стараемся не растягивать вот эту проволоку, но и одновременно, чтобы она плотно накручивалась на спицу. И таким образом до самого конца. Нам нужно теперь поменять спицу. Есть несколько способов. Можно, конечно, накрутить на проволоку 1 мм, тонкую проволоку 0,4 мм. И потом в прожилки вставлять проволоку 0,8 мм. Но мы хотим сделать миниатюрную такую. И мы используем проволоку, соответственно, тоньше. Меняем спицу. Вот теперь ставим более тонкую спицу. Давайте
давайте еще раз подтвердимся, чтобы быть точными. Это проволока 1.5 миллиметра. Не проволока, а спица. На нее берем проволоку 0.8 миллиметров. Я уже сам начал путаться в этих толщинах. Тоже кончик вставляем. Патрон, чтобы он там зажался. Закрепляем проволоку 0.8 миллиметров и держим крепко ее в руках, так чтобы она раздвигала эту оплеточку вот таким образом и полностью придерживаем. Еще одна симпатичная катушка тоненькая. На спицу 1.5 миллиметра накручиваем проволоку 0.8 миллиметров. Можно ее даже немножко предварительно вот так ослабить, потому что мы между витками будем заплетать проволоку, заранее сплетенная проволока 0.4 миллиметра. Ставим патрон. И вот таким образом в тугую между проволокой вот такую мы туда ее вплетаем. Можно использовать разные варианты, то есть 1 мм брать проволоку, скручивать и 0.4 и 0.3 мм, на основную проволоку 1.08, то есть варианты различные, и здесь можно поиграться, спицу опять-таки брать разной толщины, то есть есть не один конкретный вариант, это я не показываю, что именно вот так вы должны делать, это просто пример.